говори. Продолжаем вечер на Думской в прямом эфире. Говорим о главном сейчас в студии Александр Новицкий. Алла Есина. Добрый вечер. Продолжается война белой и красной розы. В нее еще какие-то другие цветы вмешались. Мы говорим о противостоянии Генеральной прокуратуры Украины и Национального антикоррупционного бюро. На стороне Генеральной прокуратуры Украины неожиданно заиграли легионеры из службы безопасности. Что касается НАБУ, то они тоже нашли себе поддержку. Но они нашли себе поддержку в лице граждан Украины. В Киеве и в Одессе прошли митинги в поддержку Национального антикоррупционного бюро. Появилась новая служба, которой доверяют? Или что это? Попытаемся разобраться с нашим следующим гостем, представителем Демократического альянса Глебом Жаворонковым. Глеб, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы день провели? Где были? В Киеве или в Одессе? В Одессе был. Поддерживали НАБУ в Одессе, в Киеве там достаточно и так. Знаете, как сейчас все в Киев едут, в Киев, в столицу, а на местах некому поддерживать, поэтому мы поддерживаем здесь на месте. Собственно, у нас сегодня были корреспонденты и на одном митинге, и на втором. Я предлагаю посмотреть, как это происходило в Киеве, как это происходило в Одессе, и после, собственно, обсудить, почему в Одессе пришло значительно меньше людей, нежели, например, в том же Киеве. Конечно. Я прошу дать материал сборной из Киева и Одессы. С такими лозунгами вышли сегодня под ГПУ общественные активисты и политики. Они требуют расследования пыток сотрудников НАБУ. Подозревают в этих действиях членов департамента, который возглавляет Дмитрий Сус. Вдягали мешок на голову сміттєвий, били, погрожували око вирізати, аби веку відрізати. Я там не дуже розбираюсь в тих технологіях, ви вже мене вибачте. Пальці ламали. Казали, в АТО вывезем, в ДНР тебе вывезем. Отдельно активисты обратились и к генеральному прокурору Юрию Луценко, так как он до сих пор не выступил с заявлением по поводу вышеупомянутых событий. Активистов поддержали и народные депутаты. В частности, Мустафа Наем уверен, давление направлено на дискредитацию НАБУ в глазах общественности. Намагаючись довести суспільству, що ці молоді хлопці, які набрані з нуля, нічого не можуть, а ми от такі сильні, дуже досвідчені, саджаємо минулих злочинців. Если виновные в пытках работникам НАБУ не будут наказаны, активисты обещают более многочисленные акции. Только подчеркивают, все они будут мирные. Передаем слово нашим одесским коллегам. В Одессе под областной прокуратурой собрались около 20 человек. Все они присоединились к всеукраинской акции в поддержке НАБУ. Активисты продемонстрировали перформанс, имитируя допросы с сотрудниками ГПУ. Двое мужчин приклеены к скамейке скотчем, а на голове у них пакеты для мусора. По словам активистов, это символизирует допрос сотрудников антикоррупционного бюро. По информации участников акции народного депутата Мустафы Наема, тогда, 12 августа, пытки и психологическое давление на работников НАБУ не прекращалось 11 часов. Сегодня активисты озвучили свои требования под облпрокуратурой. Прекратить постоянную дискредитацию НАБУ как органа, его сотрудников, прекратить прессинг со стороны органов, других правоохранительных органов, в частности СБУ и прокуратуры. Активисты также потребовали внести поправки в Уголовный кодекс Украины, чтобы у НАБУ была возможность прослушивать разговоры без технического оснащения службы безопасности. Ксения Терзи, Елена Бережнюк, Михаил Данилов, Думская ТВ. Вот в Одессе была выбрана форма перформанса. Почему? Потому что в Одессе? Нет, на самом деле в Киеве такой же был перформанс. Там тоже одевали мешок на голову, но мы немножко как бы видоизменили так, как понимали сами. Поэтому, ну, перформанс это всегда интереснее, чем просто лозунги. То есть это как-то и самим активистам интереснее, и вообще людям как бы донести мысль. Безусловно, что в 21 веке очень дико звучит информация о том, что где-то кого-то пытают, тем более если речь идет о сотрудниках достаточно двух серьезных
без сомнения, спецслужб, да, службы специального назначения. Есть ли реальные доказательства этих пыток? Сказать может каждый. В смысле? Сказать может каждый. Доказательства есть? Ну, как бы доказательств, наверное, ну, как бы есть заявление, да, от работников НАБУ, да, которые как бы... Есть ли фото, видеоматериалы и медицинские заключения? Ну, я надеюсь, что есть. Как бы есть я... видеодопрос, насколько я знаю, который вчера опубликовали. Mm-hmm. И, собственно, ну, Артем Сытник пока что еще не был замечен в каких-то голословных обвинениях. Ну, тем не менее, ваша акция была согласована с коллегами из Демальянса в Киеве? Да, да, безусловно. На самом деле это была как бы акция солидарности. Очень странно, что не были присланы пленарные материалы, я имею в виду какие-то совместные планы действий, подтверждающие материалы, которые могли бы четко аквазировать позицию. Вы имеете в виду по поводу пыток? Пыток. Да, ну для меня это тоже странно, но у меня есть все основания доверять тем заявлениям, которые делали сотрудники НАБУ. То есть, если... На самом деле, то есть, если... Я думаю, что если не будут предоставлены доказательства, действительно, как бы, ну, пыток... Если не будет, вы выйдете и извинитесь? Я думаю, что да. То есть, вы лично устроите под прокуратурой очередной перформанс, извините, Я не знаю, в какой форме это будет, вот, но я думаю, что мы признаем то, что действительно этого не было, но... А что легче, извиниться или сделать вот такой перформанс и поднять баллы для... Демальянса? Нет, дело в том, что мы не поднимали баллы для Демальянса, это мог организовать кто угодно, но это сделали мы, и я считаю, что те структуры, которые сейчас действительно показывают результаты в борьбе с коррупцией, они нуждаются в поддержке, потому что, как бы, знаете, это как в игре в мафию, сейчас вот, как бы, если посмотреть весь интернет, СМИ, вот, то можно увидеть, что кто, в принципе, как бы топит и мочит НАБУ, а те, по моей оценке и оценке многих других активистов и моих однопартийцев, они и есть та мафия. Вот, то есть, ну, вот все просто. Поэтому... Я уверен, что они действуют точно по такой же схеме логики. Вы имеете в виду... Ну, воспринимают вас точно так же. Возможно, но как бы наша точка зрения, что... Это, знаете, как бы здесь какая-то, наверное, есть еще политическая интуиция или, может быть, просто гражданская интуиция, да? То есть у нас есть, как бы мы занимаем 130-е место по Transparency International из 168 стран. То есть мы тотально коррумпированная страна. У нас появляется орган, который реально борется с коррупцией. То есть там кейсы вроде Онищенко, которые там почти в 3 миллиарда оцениваются воровство. Но при этом, знаете, как уже шутят, НАБУ — это служба иммиграции, она помогает всем, кого задерживают, выехать. Ну, кстати, в этом виноват, между прочим, в том числе и Юрий Луценко, генпрокурор, который не санкционировал арест, и Верховная Рада, которые не арестовали до того, как Онищенко смог уехать. Поэтому, и не только, там вот, между прочим, Еврокомиссия, они сделали оценку шестимесячного отчета работы НАБУ, в котором написано, которые по итогу они похвалили НАБУ, сказали, что так и надо, ребята, держитесь. Знаете, похвала европейских структур меня всегда пугают. Они приезжают и говорят, что в Украине реформы идут полным ходом. Уезжают, молодцы, и выезжают, делаете правильно. Сразу, вот да. Это пугает. Но, я знаете, честно достаточно скажу. Редко Европейская комиссия кого-либо хвалит. Поэтому и как бы, ну, и реальные видны случаи. То есть это и припортовый завод, это и там зернотрейдер и так далее. И опять же, то, как ополчились сейчас СМИ, многие вообще, то есть на самом деле вот НАБУ, она как бы реально в меньшинстве. То есть я, помимо, ну, все равно политика и так далее, мы же, ну, как бы я не юрист, да, и то есть все равно есть какая-то вот определенная, ну, чутье, может быть, или интуиция. Может быть, она нас подводит, но мы общественные активисты и однопартийцы, ставим именно на НАБУ. Ну, в Киеве я видела не только представителей Демальянса, был Касько, видела Егора Соболева, то есть там пошло объединение различных сил. Почему в Одессе никто не присоединился к акции? Реально в Одессе было очень мало людей, будем честными. Ну, на самом деле, это возможно из технических причин, поскольку, ну, как минимум, в Киев наполнен активистами, там, кстати, было тоже не так уж много людей. Ну, значительно больше, чем в Одессе. Ну, давайте вспомним митинг в поддержку Саквариллидзе, когда его уволил Шокин, людей было очень много, несмотря на то, что это тоже был будний день, это тоже было дневное рабочее время, люди пришли, сейчас люди не пришли. Смотрите, мы объявили об акции в 4 часа дня
прошлого дня. То есть, возможно, у нас не было достаточно как бы, ну, распространения. Мы фактически там по Фейсбуку только вот кого смогли собрать, кто смог прийти. То есть мне сложно оценить, ну, почему так. Может быть, людей как бы не заинтересовало это. То есть и не было какого-то централизованного подхода, когда мы тоже фактически акцию всю, ну, там, мы с одним еще активистом организовывали. Поэтому, ну, мне сложно объяснить, почему мало людей, почему мало... Кстати, а какие силы вас поддержали, кроме активистов? Никто... А кого приглашали? Ну, мы приглашали просто гражданских активистов, которые обычно выходят на акции. Другие политические силы вас не поддержали? Нет, не было никаких политических других сил абсолютно. То есть вот фактически только мы и гражданское общество одесское, да. Ну, мы сейчас пытаемся на самом деле разобраться, действительно ли это доверие общества к НАБУ со стороны общества. И для этого мы даже провели небольшое свое социологическое исследование. Безусловно, это нельзя назвать социологическим срезом в полном понимании. Но наш коллега пообщался с одесситами. Насколько они доверяют НАБУ, можем услышать прямо сейчас, ну и после обсудить. Август стал жарким месяцем для силовых структур. НАБУ, СБУ и ГПУ вместо выполнения своих прямых обязанностей выясняли отношения между собой. Что же по этому поводу думают граждане? Скажите, вы знаете о конфликте антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры Украины? Знаю. Знаю. Расскажите, что вы об этом думаете и на чьей стороне? Я думаю, что прокуратура не лезла до антикоррупционного бюро. Хай вони працюють самі, не втручаються в їхню роботу. Там люди більш порядні, а в прокуратурі дуже багато непорядних людей ще залишилося від старої корумпірованої влади. На стороні НАБУ, думаю, тому що там ще не реформірована ГПУ. Кроме Луценка там, и то так что-то типа там какие-то движения присутствуют, но насколько это серьезно, пока не особо видно. Так а что думать, если, в общем-то, непонятные обязанности ни одной из сторон? Вот они когда бы, ну, как бы, они же не разграничены и непонятны. Раз непонятны, так о чем о них думать? Но все-таки, что ли, какой больше структуре доверяете? Ну, хотелось бы свежей, хотелось бы. То есть НАБУ? То есть НАБУ. Две структуры, которые борются с коррупцией. И антикоррупционный комитет, и прокуратура. Вот как связать, кто кому, значит, ставит палки в колеса, они должны идти в одном русле и, значит, заниматься одним и тем же делом. Это обычная ситуация в сегодняшнее время, обвинять кого-либо. Просто надо время и разобраться по фактам. В кадре Константин Капица, за кадром Виталий Прус, Думская ТВ. Ну вот мы видим, что все-таки больше люди доверяют НАБУ. На ваш взгляд, то, что происходило со стороны Генеральной прокуратуры, происходило с прямого указания генерального прокурора Юрия Луценко или с его молчаливого согласия? Или можно допустить, что он не знал про такие действия своих сотрудников? Ну, моя личная точка зрения в том, что мне кажется, что в прокуратуре как бы есть какие-то определенные группы влияния, и на самом деле генеральный прокурор, он не имеет какой-то жесткой вертикали. То есть есть, грубо говоря, те, кто могут делать вещи на свое усмотрение. То есть, опять же, перед этим же был тоже конфликт с ГПУ уже. То есть буквально там, не знаю, 10 дней назад, неделю назад. Да, когда, с выездом документов. Когда, да, обыски. По-моему, 12 числа, если не ошибаюсь. 12-го это как раз это было. Это уже второй раз был. Это вот второй раз был, да. И, но при этом вот 12 числа произошло это. И сейчас, если зайти на страницу генпрокурора Юрия Луценко, который такой любитель Фейсбука, в принципе, он много пишет там, он там последний его пост про что-то про китайскую ипотеку глазами китайского мыслителя. Но генпрокуратура молчала неделю. Почему? Ну, это нужно вот у них спросить, да. То есть при этом как бы появляются какие-то там Свавиля, НАБУ, да, видео от каких-то анонимных YouTube-каналов, да, то есть нет, в принципе, никакой официальной позиции генпрокуратуры, то есть это тоже очень странно. То есть, по идее, как бы, такой, если есть конфликт, то выходите, если вы ответственные как бы, чиновники, да, правоохранители, то скажите, в чем проблема, почему произошло именно так, почему людей скрутили, отвезли там в подвал, или, ну, как бы, да, и пытали. Ну, если предположить, что НАБУ правы, да, то есть, что НАБУ в данном случае со знаком плюс у нас идут, как, насколько вообще допустимы такие действия, что могло спровоцировать такие действия Генеральной прокуратуры, чем НАБУ не угодило ГПУ? Или кому-то, кто управляет ГПУ?
Ну, смотрите, как бы есть много, да, как бы журналистских расследований, как бы предположений, да, потому что нет официально. Ну, фактически генпрокуратура — это вот финал, да, правоохранительной системы. То есть если как бы очень сложно давить на генеральную прокуратуру или расследовать ее действия. То есть если у нас в ГПУ кажется, коррупция, то куда же нам идти? Мне кажется, что финал правоохранительной системы — это как раз суды. Ну, я имею в виду... Даже если прокуратура считает вас чем-то виновным до решения суда, ну, вы... Ну, скорее, это все равно прокуратура — это исполнительная власть, а судебная — это все-таки отдельная, это судебная власть. То есть немножко все-таки разные вещи, как мне кажется. Вот, и поэтому здесь сложно, ну, объяснить как бы их действия, да, почему они так относятся, да, к НАБУ. Причем они не... То есть нет от генпрокуратуры, нет громких кейсов сегодняшних коррупционеров. Они вроде бы там посадили сейчас Ефремова, потом какого-то там зама Клименко. То есть это вот то, что говорил Луценко на своей инаугурации. Мы будем делать прессинг на банду Януковича. То есть вот это все какими-то вот этими старыми темами. А фактически те, кто сейчас ворует деньги и не дает Украине сдвинуться с вот этого 130-го места, хотя бы догнать какие-то восточноевропейские страны, да и вообще как бы выйти из этого мусорного рейтинга, то есть мы в итоге оказываемся вот в этой ситуации. Ну, к слову, вот буквально только что Юрій Луценко написал в Фейсбуке свою позицию. Даже могу зачитать. Да. В зв'язку з інцидентом 12.08 працівників НАБУ та ГПУ сьогодні після повернення з службового відрядження, тепер понятно, чому мовчав, разом з радником ГПУ, екс-помічником федерального прокурора США, провів заслуховування пояснень заступника генпрокурора Столярчука і начальника департаменту Гуцуляка. Потім зустрівся з президентом та керівник керівниками всіх правоохоронних структур. Завершив день наради з керівниками НАБУ та САП. Рішення підтвердили, що у нас спільні цілі і спільна відповідальність. Завтра разом проведемо брифінг. Стаття називалась «Договорились». Договорились. Но мне кажется, что как раз в частности и давление гражданского общества, возможно, вот повлияло тоже на такое вот как бы решение. Да, если бы, в принципе, этот инцидент был не раскручивался. Изначально встретились, поговорили и решили? Что вы имеете? ГПУ и НАБУ. Ну, посмотрим. Ну, пока не выяснили, у кого интереснее зубы. Во-первых, интересно понять все-таки, что же произошло, потому что просто встретились, поговорили, это такое дело. Ну, завтра брифинг обещают совместно. Ну, посмотрим, да, что же там будет происходить. Будем смотреть. Скажите, я все-таки хочу уточнить такой момент. Приятно, что вы приходите к нам, и мы записываем то, что происходит в студии, это тоже нормально. Вы пообещали, что если не будет данных об пытках, извиниться в перформансе перед прокуратурой. Нет, я не говорил, я сказал, что мы... Я покажу вам запись. Нет, я сказал, что форма, то есть я напишу, что я был неправ, да, или там, ну, вот позицию, да. А то, что вы блокировали работу прокуратуры. Подождите, работу прокуратуры... Я, например, не пошел бы в то здание, которое... Подождите, там было на тротуаре, все согласовано с милицией. Почему нельзя извиниться самой прокуратурой? На тротуаре? Что-что? Почему нельзя будет на том же месте извиниться? Ну, посмотрим по форме, но я, во всяком случае, этого вам не обещал, да, то есть я сказал, что... Я покажу запись. Нет, давайте покажите, то есть я как бы точно помню, что я сказал, что я как бы извинюсь за свои, допустим, там, да, как бы необоснованные обвинения, да. Знаете, мне искренне хочется, чтобы все извинились, потому что если действительно подтвердится, что следователи ГПУ пытали детективов НАБУ, ну, мне кажется, я не знаю, куда тогда идет Украина. Послушайте, если они завтра пожмут друг другу руки и скажут, что все в порядке, значит, пыток не было. Мы будем все-таки требовать, как бы, чтобы эта ситуация как бы развивалась, да, мы запомним то, что вы сказали сейчас. Да. Обязательно. То есть, это очень интересно, безусловно, на самом деле. Безусловно. Ну что ж, будем вместе следить за развитием событий. Я думаю, что еще встретимся и поговорим обязательно на эту тему. Благодарю, что нашли возможность присоединиться к работе Спасибо. Нашей студии. Спасибо вам. Напоминаю, что с нами был Глеб Жаворонков. Мы прервемся на небольшой рекламный блок. И в завершении вечера поговорим об Олимпиаде и первом украинском золоте. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно.